There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Сейчас мы с вами пойдем в Молодую гвардию. Я первый раз в этом магазине, и сейчас с вами будем путешествовать вместе. Поехали! We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Я так была рада увидеть эту книгу, потому что я думала, что ее еще нигде нельзя купить. Это прям долгожданная новинка Кронина. Я почему-то думала, что ее выпустят только в июне, в июле. Там были замечательные, красивые издания издательства «Лабиринт» и серия «Клуб любителей приключений». When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. И также невероятные по своей красоте книги издательства «Нигма» из серии «Страна приключений». When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Азиатской прозы. Главный стенд «Молодой гвардии», серия ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». I've been loved too long, too long, too long.
около этого стенда я застряла надолго, и, конечно, больше всего меня привлекали книги про композиторов. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ну и, конечно, без новинок Phantom Press мы не обошлись. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Ну и, конечно, «Яркие страницы» — это тоже мой фаворит. Вот как раз эту книгу хотел прочитать. И «Мадонна в меховом манто». Мне девушка-подписчица советовала ее прочитать. Ну и смотрите, какое красивое переиздание «Тень евнуха». Мне даже эта обложка нравится больше, чем которая у меня. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, конечно, тут невероятно красивый канцелярий. Я искала тут записную книжку себе, но такую, какую я хотела, к сожалению, не нашла. Thank you.
смотрите, какую красоту я себе купила. Решила порадовать себя такой вот таким букетиком ландышей. Очень их люблю. Я села вот около дороги, я надеюсь, что вам не будут мешать звуки проезжающих машин. Мы сегодня, в общем, были с вами в магазине «Молодая гвардия». Я первый раз там была. И мне понравилось, мне даже понравились кое-где цены. Они намного дешевле, чем даже в Читай-городе, если сравнивать. Но я хотела больше рассказать про книгу, которую я сейчас читаю. Это «Лев Толстой. Человек свободный» Павла Басинского. Это издательство «Молодая гвардия». Вот немного другое оформление. Я ее уже начинала читать, и вот сегодня продолжила ее читать. И, ну, там меньше половины я прочитала. Но знаете, как мне нравится? Я, конечно, много уже читала в... Анри Труаи, да, в его книге «Лев Толстой». Но вот тут вот все более сжато, более кратко, но очень-очень интересно, лаконично и более динамично. Она читается как-то более живо, я хочу сказать. Да, очень большая книга, это более поменьше. И многие мне моменты и принципы жизни Льва Николаевича очень близки и очень понятны. Вообще он очень интересный как человек, за ним интересно наблюдать. И я надеюсь, что меня будет слышно. А еще все-таки я боюсь записывать, стесняюсь записывать в парке, и поэтому я урывками записываю. Вот. Думаю, на этом мое видео будет подходить к концу. Не знаю, будет ли дальнейшее подключение или нет, потому что я не знаю, я вряд ли дочитаю эту книгу до конца, а больше показывать нечего сегодня. Поэтому я надеюсь, что вам видео понравилось. Я вас всех очень сильно люблю. И дарите почаще себе букетики, радуйте жизни. Смотрите, какая вам.